Ну чё, бродяги? Бродяг, сам бродяга, блин. Смотрите, посмотрите, ребят, на Санька. Модник, блядь. Ну, ёпта. Красавчики. Умеешь побрить ты обувь, блядь, ёпта. Так, ну чё, есть предположение, что сегодня делать будем? Ты вот какие-то тебе там, ты что-то говорил. А, мумия возвращается. Вот ты это, смотри ты, как это, отмылся, блядь, побрился. Да он только из ванны, ёпта, видишь, даже волосы еще не выстрелили. Начистился, аж голова блестит, ёпта. Ну, а то, ёлки. Нагладил, да, Санёк? Конечно, ёпта. Утюгом нахуярил, блядь. Так, тебе надо идти одевать плохие кроссовки. И чё? Ну, ничего, надо идти одевать плохие. А зачем? Ну, потому что надо будет засрать кроссовки. Ну, а не так, туфли одевай. В смысле засранные, у тебя нормальные. Я их только постирал. Вот ты скажи, что, ну это без камеры. Я тебе говорить не буду. Нет. Давай, иди, переодевай. И можешь туфли-то одеть. Какие? Кого? Туфли можешь одеть. Мои навоз запеть, конечно. Не, не по навозу. Санек, мои одень коричневые. Их проще отмывать. А не кожу. Блин, иди сам сходи, только иди. Возьми, я заебал сходить сюда. Это пакет какой-нибудь целлофан, ноги просто кинь пакет, а я переодену нахуй. Да. Только дверь не забыл. Ебать, часы сталинские, что ли? Да, блин. Кутузовские, ёпта. Победа называется. Давай, газуй, Денис, ждем тебя. Давай. Красавчики, Саня. Ну, ёпта, а ты как думал? Трезвый, видишь? Конечно, трезвый, блин. Потому что не на что выпить, нахуй. Курить-то не на что, блин, купить, блин. Правильно, блин, погода хорошая. Мы тебя вчера, блин, ждали, блин. Пришлось, блин, ночью, блин, за бычками пиздюхать, блин. Да? Ну что, насобирали бычков? Ну я его послал, блядь. Да хуй там толку насобирали, нахуй. Так, они, Саня, они все мокрые, блядь, дождь. Я тебе скажу секрет. Сегодня задание вот специально для тебя, для Дениса будет совсем другое. Снимаешь кроссовки, наливаем в кроссовки сгущенку, кроссовки одеваешь, одеваем сверху памперсы, памперсы красим зеленкой. И надо будет 100 метров пройтись. Пробежать, пройтись, там, бежать. Не, пробежать лучше. Как тебе задание? Я думал долго, что снимать. И как я потом буду яйца отмывать от этой не, зеленки? Не, мы это, мы все не будем, мы правда, чуть-чуть такие полоски после сделаем. Может, мне еще надо кисточку малярную взять, нахуй, из дома, блядь. Мы тебе это, полосочки, как Рэмбо, сделаем, да? И две мы, может, до лица еще сделаем. А, зеленка, блядь, ты что, блядь, я в том году заебался от этой зеленки отмываться, нахуй. Думал сделать обливание, но обливание, я думаю, потом тогда, да? Блять, это, блять, носки, кстати. Ну, но носки последние, можешь снять, нахуй. А снимешь их, они не нужны. Скажи что-нибудь подписчикам, как у тебя дела? Чё как? Там уже пишут, блядь, не спился ты там, нет? Ну, видите, как видите, нормально, блядь. Видите, здоров. Кстати, не забывай, сегодня у нас какое число? Шестое. Скоро прыжочек, Саня, прыжок с парашюта, так что ты сейчас не пей вообще. Я не забываю, у меня, блядь, через 10 дней день рождения. Да, ты не пей, потому что это... Ты нам нужен живой. Главное тебя в самолет посадить, а там уже разбегался. Ну ты мне за дня 3-4 сначала предупреди, блядь, не, когда будем лететь. Не, я тоже просто... сейчас я неделю целую, блядь, не могу не пить. Ты что, обалдел? Я копыта брошу, если пить не буду. Не, ну ты выпивай чуть-чуть так, и все, сколько тебе надо. Ну, а я так чуть-чуть выпиваю, сколько мне надо. По 0,5, по литру, нахуй, в день, это нормально. Вон того ты коня осезрал, да, вон кони стоят. Всех, ёпта. Всех? Я сейчас, блядь, на них смотрю и все удивляюсь, как я, блядь, раньше запрыгивал на них, блядь. Я не знаю, как ты на них запрыгивал. Как вот за этого, блядь, за гриву убрал, нахуй, и запрыгивал. Так, ребята, кто помнит, наше первое место съемок, помнишь, где мы начинали-то? Березка, блядь. Вон, ребята, вон там. Как мы еще там начинали, там все ходили, блядь, а мы снимали, нахуй. Вот хочешь, я подойду, что поглажу ее, нахуй. Да она тебя уебет, ёпта. Ну, пойдем, Санек, а есть хозяева тут? Нет хозяев. Нет? Подожди, куда пошел? Ну давай иди, хуй с тобой. Я тебе, если что, и... Санек, у него там хобот снизу есть, если что, там можно попить молоко. Это кумыс называется. А, кумыс? Ну давай, пей кумыс. Что ли, слабо? Да на, давай. Он тебе быстрее боится, блядь. Ты пришел, он сразу убежал нахер, блядь. Ты, по-моему, на него таких запрыгивал? Да. Серьезно? Серьезно. Ну, правда, я не срезу был, я все время податники был, его запрыгивал. Так, ребята, в общем, приехали мы на место съемок, где постоянно раньше снимались. Вот здесь вот будет Саньков забег от той машины, ну, вот куда-нибудь вон до того куста. Так, проблема одна, Санек. Я только, на самом деле, заехал, когда купил, только заметил, когда отъехал.
тебе надо русл был покупать, а не детские. Я что их на, блядь, на яйца натянул только нахуй. Сюда на яйца, а сами сразу держать не вот так нахуй. Так, ребята, проблема только одна. Я только потом заметил, когда купил здесь размер М-ка, по-моему. Да, М-ка. Надо будет натягивать. Это для трехлетнего ребенка, бля, ёпта. Надо будет натянуть, Санёк. Как их натянуть? Они же тебе резиновые еще. Надо натянуть. Вообще, ребята, вот такие вот. Давай тогда еще из дома скотч возьмем, натянем. Я только не знаю, это что это. А там по весу идут, блядь, взрослые, блин. Там говоришь, насколько килограмм не дают. Тебе там вот такую пачку мне больницу притаскивали. Они вот такую, блядь. Подгузники для взрослых. О, написано для взрослых. А почему тогда? А почему тогда М? Ну тут может и в... Нет, 5,5 капель, это ты можешь... Какой 5,5 килограмм? Тут написано для взрослых. 5,5 капель, норма. Норма, вот капель, ёпта. Ну, это значит... ты можешь писаться 5 раз, нахуй. Понял. По капель раз, нахуй. Так, Денис, а для тебя задание такое. В общем, сейчас пошла крапива. Первоначально буду с тобой сниматься. Набираешь пучок крапивы, разглаживаешь, снимаешь ботинки и минуту ходишь по крапиве. Бля, давай я лучше покажу. Нет, ты для тебя другое задание. Мне даже не надо разгладывать, я прям вот этот пройдику сам пройдусь, нахуй, блядь. Нет. Давай, Денис, набирай там пучок такой, пучок нормальный. Давай перчатки можешь взять, там перчатки есть. Блядь, пиздец, нахуй, а мне опять нахуй отмываться, нахуй. Вообще, это задание для тебя заебись подходит, потому что у тебя с ногами проблема. Давай. Нет. Блядь, только сегодня званый вылез, нахер опять. Нет, давай с тобой, Саня. Где ботинки-то, Денис, которые ты взял? Давай, доставай их сюда. Вот здесь. Нормально задать придумал. Охуенно, ёпта, блядь. Я долго думал, что сегодня снять можно веселенько. Давай я по крапиве пройдусь. Да не, по крапиве. Я даже упаду. Да вот они, перчатки, вон они. Я даже упаду в нее, нахуй, даже не буду ходить, блядь, это мне до пизды. Это мы потом снимем, следующий ролик. Ты будешь в крапиве валяться, хорошо? Я просто заебался уже отмываться от этих зеленки, хуёнок, блядь. Зеленка будет... Ты вообще по зеленку молчи, нахуй, а то еще... Не тупой. Ну я просто сказал, что заебался в том году. Так, Денис, пока нарывай пучок такой нормальный, чтобы ты мог так вам потоптаться хорошо, я походить, понял, ножки поразить. Короче, ноги должны у тебя быть все красные. Так, Саня, пока он ноги готовится... Ноги красные, а ебальник зеленым, нахуй. Так, Саня, давай пока с тобой подготавливайся. Снимай носочки, надевай ботинки. Я бы на твоем месте снял, бриджи снимай. Я носки не буду снимать, нахуй, я в носках, хуй с ними. Да нахуя в носках-то? Я только ноги сегодня помыл, блядь. Да снимай носки, снимай. У меня нет носков. Снимай, говорю, вот именно сними их. Зачем ты в них-то будешь? Да, блядь. Сейчас лето, ёпты. Вот сказал бы заранее, я бы не мылся бы нихуя, блядь. Лето, блядь. Хуя ты даже ногти подстриг, Саня, блядь. Вот о чем речь, блядь, ёпты. Ну и нормально, блядь. Нормально, блядь. У меня же мыло, нахуй, скоро закончится, блядь. Да мыло не вопрос, нахуй. Сейчас мыло вот можно из листьев сделать. Из листьев, блядь. А бриджи, ну хуя снимать, а чё, блядь? Снимай бриджи надо снимать. Зачем? Снимай, говорю. Там как раз мужик стоит сейчас. Ну будем... А мужик нам нахуя? А мы шоу бы вдёт для него. Шоу делать, блядь. Красава, блядь, Саня. Охуенно. Тебе нравится задание? Пизда ты, мне когда год назад или два года назад эти задания такие, блядь. Ну потом отмываться, блядь. Так, Денис, пока нарывай. Давай. Тебя тоже пучок. Нарывай сейчас, больше. Сейчас, прям вот сюда куда-нибудь вставай, вот сюда куда-нибудь. Скидывай себе. Так, Саня. Подожди, подгузники-то как будешь одевать? Через ботинки? Давай с подгузниками. Вообще-то не так одеваются. На, бери, открывай. Тут 10 штук. Ноги-то мне нахуя. На. Открывай. И сейчас мы тебя вывезем на дорогу. На какую? На свадьбу, что скажи, бля, ёпта. На машину все, бля, пошиваю, нахуй, бля, от 40 рублей. Так, доставай какой-нибудь один. Там их 10 штук, тебе их 10 тут не надо. Хотя можешь забрать домой, если так будешь бухой в сраку оденешь. Нет, лет только началось, они же тебе пригодятся, нахуй, бля, ёпта. Они мне не пригодятся, но сниматься ты в них будешь тогда. Я не знаю. Давай сначала его сними, хули я буду ставить, блядь, подгузники там хоть его, блядь. Да одевай пока, пофигу. Да тебе пофиг, конечно, пофигу, блядь. Сейчас люди пойдут, здесь знакомых, нахуй, тоже дохуя. А я в папусах, нахуй, колбасы достаю здесь, блядь. Давай, вот. Весь период назад, нахуй, я ебу, что ли, каких одевать. Да одевай, как хочешь, ёпты. Это такие трусики такие, мини. Это вообще, блядь, женские подгузники, нахуй.
этими, блядь. С бантиками, блядь. Я не знаю, женские они или нет. Женские, ёбка, блядь. Может, и женские, ёбка. Так видите, блядь, с клоунами еще купил бы, или маркером нарисовал бы, блядь, ёбка. Сердечко, ёбка. А до дома бы дошел в них? Ты чё, обалдел вообще, блядь? Все, мне потом можно целый год вообще из дома не выходить, нахуй, блядь. А тебе идут, ёпты. А, прям мой размер, блядь. А? Мой прям размер. А нахуя тебе, ну хуя тебе эту рассыпковать? Дай папе, типа, покупать буду такие, все. Ну а вот, ну хуя мне покупать, вот там еще осталось, нахуй, 9 штук. Вот как раз, блядь, можно что-то... Нет, ты очень ты высоко одел, надо, чтобы видно было, футболку тогда сними. Футболку? Рубашку тогда сними. Блин. Или заправь рубашку туда. Нахуй мне трусы. Мне в туалет можно не ходить, блядь. Захотел, нахуй, сходил, блядь, на кровати, нахуй, и все, блядь. Утро поменял, блядь, и все, заебись. Нормально, смотрите. Охуенно. Так, ребята, пишите в комментариях, если этот ролик наберет 1500 лайков, либо 2000, Санек пройдет вот от, именно от этого места, до, в этих же памперсах, может даже больше, до дома. До дома я не пойду. Хоть он наберет 50 тысяч лайков, блядь, ты же охренел. Ну мы подумаем, ладно. Да ладно, что бы не дошел бы? Нет. За 10 тысяч дошел бы? Надо подумать. Ну, блядь, не, я просто дошел бы, блядь, ну, психушка, папа, мне потом плакать будет, блядь, ёпта. Я просто посмотрел реакцию людей просто на это все. Так, Денис, о, полянка нормальная такая. Слушай, и желательно это, музыку мне заведи, нахуй, там. Музыку, и музыку ты пробежишь, я потом подставлю. Я не буду бегать, я бегать не умею, ты знаешь, я вот так. Ну, вот таким вот темпом можешь бежать? Да, только мне музыку нужна, знаешь, какая? Какая? Помнишь, ты включал, когда девка... Там солнце светило, она за машиной, блядь, только машины бегала, ее снимали вот так. Как она там, блядь? Блядь, моя жизнь, блядь. Блядь, как она оделась? Бабы, как бабы. Ой, я не буду это включать, блядь. Я не буду. Почему? Ты заебал мне эту песню, Санек. Не, ну сейчас ты, блядь, под конкурс, блядь, как раз. Не, ты, не. Машина поедет, ты мне будешь снимать, нахуй. Не, не. Будет сейчас лово. Пока просто пробежишься, я потом музыку ставлю, какую надо. Так, ребята, вот смотрите, какой спортсмен. Как легкоатлет, да? Давай сначала его снимай. Ну тебе так смотри, комфорт, нормально? Охуенно. Давай вообще пока снимай его, хуй. Бля, стою как это, блядь. Покемон нахуй. Если кто-нибудь поедет, если кто-нибудь на машине. Если кто-нибудь на машине поедет, садись. Так, погоди, дай хоть смотри, как сзади выглядишь. Нормально. Вот. Ты что, бля, хвостик между пределами, нахуй, блядь. Так, ну все, Денис, я думаю, хватит, не? Мало-мало, ёпать. Мало? Конечно. Ну пускай он пока нарывает, давай пока с тобой снимем. Отстреляешься по-быстрому, да и все. Подожди, подожди, у меня есть еще зеленка. Мы должны полоски делать боевые, Саня. Так, помимо зеленки, давай сгущенку. Так, ребята, помимо памперсов, давай, наливай в ботинки. Снимай кеды свои. Воды опять не купил. Воды есть, вода, вот баклышка. Там надо ее открыть, потому что она залипшая. Санек, давно люди просили экшен, ёпта. Экшен, блядь. Мне лучше крапиву лёг бы, блядь. Ну, в следующем ролике-то ляжешь. Там залипшая, надо вот эту красную штучку снять. Не-не, она открывается, подожди. Все. Пол тюбика в этот, пол тюбика в тот. Вот. Это, ребята, специальная смазка. Для чего, ёпта? Чтобы ножки, ну, помягче было тебе. Бля, что-то ссать уже захотелось, блядь. С этим пампусом стирать, хуй посышь. А хули я бы туплю, блядь? У меня с полномя пампус, блядь, открыть клапан и ссы, как не хочу, ёпта. Ну давай, ебашь, что ты. У меня там трусы, блядь. А так бы поссал, да? Да, блядь, хуй, блядь. Так, ладно, выдавливай. Так, вот так вот, ребята, это все происходит. Блять, воду опять не сделал. Да есть вода, на. Стой, дай посмотрю. Нормально? Ну, кстати, долго очень.
Долго. Явно так текет, блядь, еле-еле долго, я тебе чую. Не мет, не болит. Выключай камеру. Чай, машина едет. Сай. Да ладно, что ты ссышь-то? Ты не сытый, блядь. Звезда Ютуба, блядь. Звезда Ютуба. А? Блять, да не снимай, ты меня дай поссать, там стекла, блядь. Все, ребята, смотрите, сгущенка есть. То есть все как цивильно, все проходит у нас. Это специальная сгущенка, чтобы смазать Саньку ноги. Чтобы все прыщи, бородавки там. Да, чтобы было мягко все. Охуенно. Бля, только сегодня звон вылез, блядь. Вот, видишь, вот. Давай, одевай. Хорошо, ты на пятку только. Я тебе что, пирог, что ли, опять новогодний на. О, нормально. Одевай. Как ходится? А ну-ка пройдись. Вон ту пятку нацепи. Бегом, ну, да я бегом вообще нахуй не попаду. Стой, подожди. Нормально ходится, мягко? Охуенно. Да стой, ты куда пошел-то? Ну, вот я, блядь, по навозу хожу. Так, ребята, еще у нас есть зеленка. Саня. Зеленкой надо сделать такие полосочки, как у Рэмбо. Блин, надо было кисточку брать, я тебе что, пальцем буду делать, как у Рэмбо, блин. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, Денис, открой, помоги нам. В перчатках открывай, а то... Вот, палец перчатки, нахуй, блядь, и мазать им. А смысл? Перчатка пропитается, палец тоже. Одна чуть полоски, блядь, хуй мне. Да хуя нам, что ли? Здесь нормально, кофту затяни, Санек. Если я затяну, мне рубашка... Нет, нормально, туда засовывай. Чтоб выглядел хорошо, то как-то не очень. Я так уже выгляжу, как, блядь, не буду говорить, блядь. Нормально. Тебе сколько лет-то? Не знаю. В том году 4 года я снова, блядь. А я все папу расхожу, нахуй. Так, давай. Не лей! Ну нахуя ты это делаешь, блядь, пизду? Я сейчас нахуй не снимаю. Потом отмоешь здесь. Не надо мне потом отмываться. На, делайся. Блять, так и знал, блядь. Да там хуйня вообще. Да хуйня, блядь, отмываться это не хуйня, блядь. Это зеленка же, нехай. Да какая хуй разница, блин. Да, это нормально, да. Там впитается, блядь. Нормально, блядь. Да нахуй так долго, вот так вот плескать. Да, плескать, блядь. Да что ты делаешь? Да ты еще грязью, только уголь нахуй взял, ёптать. Что ты сейчас весь зеленки будешь? Да лучше руки нахуй, блядь, больше обустрять. Вот. Кстати, вот такой вид до дома, нахуй. Сука, я не могу. Давай сзади тебе. Не надо. Надо было красную взять, как будто как кровь. Месячный, что ли, бля. И давай две полоски вот здесь на щеке. Нет, я лицо не буду. Ну ладно. И зубы, блядь, только побрился сегодня, блядь. Или умылся, нахуй. Давай я тебе помогу. Не надо, ты пизду. Вот так вот просто вставь ее, она нахуй. Куда? Может мне туда в задницу поставить, чтобы и пукнуть так, чтобы она меня рассекла, тебя нахуй, блин. Вот так вот. Лей ее, она сейчас впитается. Вот. Вот, нормально. Пизда трусам нахуй. Ой, бля, все, хватит, выливай, там что-то там все испачкался. Все, ёпта, пизда. Ну и все, давай, короче. В какую сторону побежишь? В ту? Мне уже похуй, в ком бежать. Здесь такой испачкался. Так, давай кепку. Кепку. Я не буду одевать. Для эффекта, ёптать, вот. Эффект, для какого надо? Так, Сань, давай, все, помчали.
Я не могу без музыки. Давай чуть-чуть, потихонечку. Давай. Я как будто без музыки, блядь. Да похуй, я потом вставлю. Музыка потом будет. Давай. Блин, подпевай тогда. Давай, погнали, Саня, погнали. Вот. Вот, видишь, какой ты, блядь, фу. И тогда дома. Давай, давай. Ты тихо, ты чуть меня не обрызгал, блядь. Красавчик. До куста, вот. Все, давай до дома, Санек, мы к дому подъедем. Поехали. Беги до машины теперь. Давай, отойди. Ты по воде хочешь, что ли? Красава, нахуй. Завтра на Олимпиаду, ёпты. Все. Красавчик. Все, Саня. Молодец. Все, раздевайся. Все будет, все. Когда я всю хуйню сниму себя, блядь. Нормально? Аж задышал, ёпта. А что, мне надо было упасть, нахуй, не дышать, блядь? Так, давай, ты тоже, давай, ножки-то оголяй. Так, молодец, Санек. Машинку только мне не трогай, пожалуйста. Да у меня, наверное, нормально не трогай пальцы. Они уже высохлись. Все, отмывайся. Только отойди вон куда-нибудь подальше, туда, в сторонку-то. Чтобы на ноги себя полить, а тут сейчас тут грязь разведешь. Да ничего не разведется. Я сюда боюсь просто. Ну ты хоть скажи, пользу тебе. Дай мне сначала. Пользу тебе это принесло. Да. Блин, полей лучше, Денис. Полей, чтобы мне ноги вытереть. А то я, блин, что, осьминожка, что ли? Двумя руками поливать там, а третьим хуем вытирать, что ли, блин. Саня, как задышал-то. Ё-моё. Да хорош тебе, нормально. Все, нормально. Красав, пятку мой, это вся черная, нахуй. Все. На руки. Видишь, Санек, ты только сегодня помылся, если я только сегодня красавца сделал. Все, снимайся. Раздевайся. Или так ты до дома останешься? А хуй мне раздеваться, блядь, я нехуй все увидят. Так пойду до дома нахуй. На то и да, все равно увидят. А не, смотри, тусы, блядь, нихуя не в зеленке, блядь. Да чуть-чуть. Да вообще там прям чуть-чуть. Хуя себе, блядь, нормально впитывают, нахуй, слышишь? Нормально. Нормально? Нормально. На то не и папроса, блядь, ёпта. Что впитывать, блядь. Так, сюда пока кидай это все. Вот сюда, по-моему, сюда пока кидай. Ноги будешь потом от них вытирать. Вот. На чистой стороной только положи, ноги вытаешь. Честно. Одевайся, ладно, все, красава. Так, Денис, давай с тобой. Так, ребята, напоминаю, в течение минуты надо Денису будет походить по крапиве. Ну так, ну ты понял, да, чтобы, ну, ощущение какой-то был эффект. Так, давай, сейчас 10 секунд, прям жди, я тебе скажу. По стеклам хотел ходить, а ты какую-то крапиву, блядь. По стеклам? Да. Ну, по стеклам это потом как-нибудь. Так, сейчас засеку, подожди, у меня тут на камере тайминг идет. Минуту прям. Все, поехали. По крапиве ходишь. Ну прям ходишь нормально, то есть. А, блин. А, ебучий, да, передул. Не, мне, кстати, писали подписчики, это, Санек, полезно, реально. Ходи, ходи, да ты быстро прям топай, и все. Ступни, это понятно, ты еще вот так вот делай, Денисок. Давай, это. Подожди. Бля, ебать, она каляется. Ай, блядь. Не, это полезно. Да, Санек? Не знаю. Ну ты как думаешь? Ну полезнее, чем, блядь, в памперс бегать нахуй, блядь, ёпта, блядь. Не, кровообращение улучшает, я серьезно. Так вот, если проблема с ногами, они писали вообще подписчики, чтобы я, ну, для тебя такое задание. Да я бы лучше говорю, походил бы, блядь.
сколько там, да хуя еще, у меня уже пиздец нахуй, все ступни чешутся, все, блядь, это хуйня себе чешутся. Еще 30 секунд. Это нормально, такая должна чесаться. Это проходит, ёпта. Я ебал такое прохождение. И значит, тебе ступни чуть-чуть. Знаешь, что делай? Вот так вот еще, вот так вот, ну, поделай, ну, да, во-во, вот так вот, поразгребай. Молодец, все. Нет, у тебя просто, знаешь, почему чешутся? Это значит... Эффект пошел. У тебя ступни заболевали нахуй, вот честно, ты больше ходил. Тебе бонус еще 5 минут нахуй будет. Все, красавчик, еще прям 10 секунд. Еще 10 минут и хорош нахуй. Я уже тут затоптался. Ну ты уже, она уже сейчас прокололась, да? Ну пиздец нахуй, у меня сейчас удыри пойдут. Бля, рубашку все-таки засрал. Ну все, хорош. Нормально. Все, надо потерпеть пока. Рубашку водичка, ты можешь водичку сверху полить, чтобы чуть помыть, озноб снять. Рубашку пропитал он. Вот здесь больше всего, блядь. Так, блядь. А? Сбоку вот здесь вот больше всего прямо аж, блядь. Значит, там больше всего болело, блядь. Колет нахуй аж, блядь. Терпи. Блядь, проще было по стеклам, нахуй. Нет, терпи, ты мужик. Стекла по стеклам опасно ходить, можно, ну, порезаться, и кровь будет. Не будет ничего. Не будет ничего. Можно порезаться, ну, блядь, если там. А ты что говоришь, ничего не будет? Тебе не ходить, ёпта. Там уметь надо ходить, понятно. Ты умеешь? Я, ну я не йог, но я учусь нахуй. Не, я с парашютом ходил. Чего? Ну, по стеклам я пару раз ходил, ёпта, босиком. В детстве? Да, ну я не помню, лет, может, 12-10, блядь. Так мы прикалывались с пацанами, бутылок набьем нахуй. Ну, только посильнее их нахуй. И чтоб особо мелких не было, потому что если мелкая вопьется, ее, блядь, доставать охуеешь, нахуй. И потихоньку вот так, нахуй. И хуяришь потихоньку по ним, нахуй. Ну смотри, да, вот. Ну, ножки покраснели. Да вот они, там еще волдыри пойдут. Ну у меня вот крапива в палец уколол. Ну вон, ёпта, тебе надо. Ну вот, да, я думаю, вряд ли пойдут, точечки повылазят, ножки покраснеют. Нормально. Да не, пойдут. Нормально. Сейчас просто это еще, блядь. Отойдет, нахуй. Да, Сань? Конечно, блядь. Хуйня какая, блядь. А ты что хочешь, руки помыть? Да. Полей ему, Денисок. Или ты хочешь об крапиву? Да, он ссал на нее, Санек. Чтобы мягче было. Слышишь? Там сейчас две девчонки смотрели, стояли. Там на углу. Да, это сейчас наговоришь, бля. Да. Одна в светлой кофте, другая в темной. Ты стояли, чё? Смотрели, я не знаю. Чё. Пускай смотрят. В общем, все, молодцы. Одевайтесь, разувайтесь там, я не знаю. Все, ребята, Санек задание выполнил. Денис задание выполнил, красавчики. Вода нужна тебе ножки полить, нет? Ну да, желательно, потому что сейчас походил пока. Чуть-чуть, прям, чтобы озноб снять. Да не то, чтобы озноб, чтобы... Носки одеть, елки, ноги это грязные, блять, не могу, сука, что. Ну они у тебя сухие, ты можешь просто по ступням провести. А сейчас мокро будет хуево. А куда пакет-то, блин, делся от этих? Вот это ты в красном пакет? Да. Они вообще тебе нужны? Дай мне перчатки. Они тебе вообще нужны? Может их выкинуть? У тебя же кроссовки есть черные, блядь, я тебе еще белый отдам. А черным пизда, там подошвы пиздец. Ну, выкидывай их нахуй, пизду. Че? Выкидывай их нахуй, вон туда, за забор. Ты любишь выкидывать после конкурсов, давай, хуяк. Ну и тогда, блядь, мне еще кроссовки отдавать надо. Да я ему возьму потом кроссовки, я тебе потом куплю ему. Выкидывай нахуй отсюда. За забор прям туда кидай, во враг. Да ладно, кроссовки, что там, блядь, там нет ничего. Это же не мусор такой. Эх, нахуй. Че? Блядь, напуск нахуй мне в один, блядь. Тю, потом, пикер, Денис, там будет нычка. Нычка. Если что, трудные годы придешь, под дерево туда. Через забор пролезешь. Да, в трудные годы придешь, нахуй. Ребята, в общем, у кого не в чем ходить, приходите и в трудные времена там вот и поберете ботиночки себе. Не, пакетик давай сюда, он нам пригодится. Прожил пока сюда. Так, все. Один кроссовок одел. Вот, видишь, перчаточка, и нормально. Так, Анна, Санек, пока надевается, давай с тобой подведем итоги съемок. Как тебе задание в целом? Понравилось, не понравилось? Какие минусы, какие плюсы, да?
соответственно, полезно, не полезно, но ты понимаешь. Полезно что? Памперс одевать там? Полезно. Если я по дороге сать захотел бы, блин, здесь куда поссать и посрать нахуй, бля, ёпта. Так, ну что еще? И что? Зеленка полезная? Полезная. Полезная. Раны мазать нахуй. Вот. Ну не яйца, блядь, не папку нахуй намазывай. Задание понравилось? Нормально. Понравилось задание, это не меня спрашивает, блин, вот, ребят, кто нас смотрит нафиг. Ну тебе нормально, да? Выполнил хорошо, понравилось? Пойдет только, блядь, теперь отмывать. Бывало и хуже, да? Да, отмывать первый, заебись. Да отмывать хуйня. Зеленка. Если бы это грязь, это же зеленка. Так, ну что, Денисок, давай говори заключающее слово. Че, блин? Понравилось? Конкурс пиздевый, для ног охуенно. Ноги, блядь, горят, как, блядь, у призрачного гонщика, нахуй. Лицо, блядь. А, вот, блядь. Ну, жгет сильно? Да пиздец, ой, я стою, на месте стоять не могу, блядь. Напишите, ребята, полезно, вот это не полезно, но я могу сказать сразу, доктор в кавычках, да, Сань? Я же доктор, по сути. Зелёк, я лекарь, ёпта. Йота полезно, блядь, йота, блядь. Сань. Блядь, как её, крапиву-то полезно, нахуй, я согласен. Просто многие говорят, что я лекарь, как бы, я лечу людей. Я же вас лечу, да. Правильно? Тебя. Доктор Хаус, нахуй, ёпта. Вот, блядь. Ну, а так, ёпки, кто хочет. Выполнимо? Конечно. Всё, нахуй. Базара ноль. Саня, давай, заключаешься и все. Ну, чё, заключающие. Рекомендуешь? Не, если, блин, в компании поржать хочешь над кем-нибудь, нахуй, рекомендую, блядь. Ржачка будет, блядь, в упадок. Особенно, если вы нажрётесь, нахуй, наедите шашлыка, блядь, вам уже будет только смеяться и ржать, нахуй. А так чего, блядь, отмываться, блядь, это полезно. Мыло больше, блядь, в руки, нахуй, идёт, нахер, блин. Что-то у нас каждый коктус это полезно или забыл. Особенно для ног полезно, потому что я сейчас буду ноги отмывать пензой нахуй, мылом, блядь, все мозоли сотрутся, блядь, ёпта. Не, ну у тебя ноги чистые, у него. Да откуда ты знаешь, блядь, под носкам нахуй не видно, блядь, ёпта. Ладно, все, машите. Всем покедова, лето началось. Лето началось, да. Скоро у Санька, ребята, день рождения. 16 числа у меня скоро день, да, рождения. Если получится на день рождения, прям будет прыжок. Если получится, просто я еще не знаю. Если не получится, у меня просто скинет самолеты нахуй, блядь. Не, работают они там, не работают. Потому что сейчас, ребята, типа, ну, коронавирус гуляет. Поэтому многие могут не работать просто. Ладно, все, маши. Все, всем пока. Будем с вами довольно скоро. Еще один ролик. Маши. Ну мне так махать, блядь, руками. Просто помашите, я как человек, всё. Я как человек Шрек, нахуй, вот так махаю, я вот так помахаю. Зелебобы, ёпты. Давайте, ребят, до следующих встреч. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на канал, ссылочки на все будут в описании, заходите, подписывайтесь. Все, всем удачи, всем пока. Бей. Всем пока. Давайте.